Всем привет, с вами Гарден, и сегодня я буду показывать вам, как нужно сделать так, чтобы камень записывал 10 минут, а намного больше. Так, вы должны зайти так, вкладку видео, потом нажимаем кнопочку настройки, камера, эффекты, тип тут есть, веб-камера, тут можете веб-камеру настроить, опции. Точнее, заходим мы, ребят, не сюда, сейчас я буду искать это все. Давайте сохранить программе. Что? Где это, ребята, было? Я уже забыл в самом-то деле. А, ну вот, у нас есть настройки. Вот видите, разрешение настройки. Так, нажимаем, вот. У вас должно стоять вот так. Вот. Максимум там у вас 10 минут будет. Нажимайте по времени записи. После этого нажимаете на макс, вот на первую строчку, и выбираете себе время. Желательно выбирать 2 часа, там меньше 40 минут и меньше 60 секунд. Вот так лучше выбирать. И главное 2 часа, потому что после 2 часов, ну, видео медленно загружается. Если у вас ноутбук, а если мощный комп, то можете загружать даже на 4 часа тут можно. Так, нажимаю кнопочку после этого, вот. Окей, и после этого у вас будет записывать видео так, как вы выбрали настройки. Да. Фух, надеюсь, я все, ребят, рассказал, да. Так что, а не забывайте подписываться на канал, ставить ему лайки и подписываться на тех каналов, которые, ну, зайдете на подписки, там будет еще 3 канала, подпишитесь на них, на мой канал, поставьте лайк этому видео, а с вами был Гарден, и что еще сказать, и бандикам, всем бай-бай. Не хочешь отключаться? Хотя отключу, подождите, отключись.